Больше паруса! Спустить парус! Тихо! Только злобы. Этот край кто-то проклял. Покажи мне все. Эти земли прокляты троллями.
Не стоило это есть. Поможет нам Бог, если вы будете с луками держать оборону. С плохим прицелом победы не добиться. Еще раз. Корм для червей. Сейчас догоню.
Глазам не верю! Кто же это сделал? Я. Какой прицел? А я уж было решила, что они что-то усвоили. Посмотрим, попадешь ли по мишеням наверху. Какой прицел! Прекрасно! Да просто повезло. И все тут. Спорим, тебе даже не попасть по... По той курице! Вон там, на шесте! Попробуй попасть по курице отсюда! Без обмана! Чтобы попасть в ту курицу, нужно особое умение. Эй! Хватит валять дурака! Чтобы попасть в ту курицу, нужно особое. Вот это да! Потрясающе! Вот это мастерство! Точно в цель! Что ж, мы поможем тебе в войне против Константина и пиктов, которым он платит. И спасибо, что показал этим болванам, как стрелять. Приходи еще! А вы... Продолжайте упражняться! Сдохни! Не спешишь? Полно стражников. Thank you.
Шон, эти фрагменты воспоминаний, что-нибудь из них складывается? Ничего внятного. Это просто обрывки. И непонятно, как их собрать вместе. Черт. Думаю, все сложнее, чем кажется. Продолжай. Thank you.
Совет лишил мать ее титула за то, что она отдала седьмой способ нашему врагу. Седьмой способ? Он существует? Почему от нас скрыли? До меня дошли слухи. Похоже, вместилищем должен стать человек. Человек? Значит, перерождение? Одним из них? Да. Мы обретем больше, чем потеряем. На это стоит решиться. Почти. 8 есть, и еще 2. Да, вот еще один калейдоскопический самоцвет бессмыслицы. Неплохо, Шон. Увлекся кеннингами? К твоему сведению, да. Спасибо, что заметила пастырь данных. Ah!